Всем привет! Меня зовут Ира, мне 12 лет, и я живу в красивом и современном городе Харькове. Каждый день насыщен многими красками моей жизни. Одним из них – счастье и радость, а вторые – грусть и печаль. И несмотря на то, что иногда я падаю, я предпочитаю встать, стряхнуть с себя все пыль и пойти дальше, ведь знаю, что впереди меня ждет счастливое будущее. Я очень люблю своих родственников, друзей, домашних животных. И раньше я 5 лет занималась синхронным плаванием. И отчасти бросила я его от того, что очень мало проводила времени со своими близкими людьми. И этого очень...